Всем привет! 252-я серия турецкого сериала «Доверенная» выйдет 16 ноября. По традиции, с русской озвучкой эту серию можно будет посмотреть на следующий день. Если вы хотите, чтобы Яман и Али узнали о том, что они братья, ставьте лайк, чтобы увидеть, сколько нас. Ариф так и не успел раскрыть правду до своей смерти. О том, что Яман и Али братья, знает только султан. И если с ней что-то случится, то эта тайна так и останется скрытой. Мать Ямана будет делать все возможное, чтобы разлучить его сихир, потому что она в ней видит препятствие. Джанан хочет заполучить богатство сына, и ей мешает его жена. Благодаря поддержке сихир, Яман преодолевает все трудности, которые в последнее время навалились на него. Но вместе и с этим действия сихир добавляют еще более сложных проблем. Благодаря ее доброте, мать Ямана все-таки проникла в особняк, и теперь она начнет действовать. В это же время Али и Дуйгу сблизились после последних событий. Али поможет Дуйгу воссоединиться со своей сестрой, которая пропала много лет назад, и это произведет огромное впечатление на Дуйгу. Чтобы не пропустить даты выхода новых серий, а также анонсы к ним, подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео первыми.